целях выявления, предупреждения и пресечения фактов использования канала грузовых и пассажирских автомобильных перевозок с преступными элементами для перевозки спиртосодержащей жидкости, наркотических средств, угнанного, похищенного транспорта, подразделениями регионального министерства внутренних дел усилен контроль за передвижением автотранспорта через стационарный пост ДПС «Шевелик». За 12 месяцев 2017 года сотрудниками госавтоинспекции МВД по Туве на стационарном посту «Шевелик» выявлено и пресечено 16 фактов незаконного оборота наркотических веществ общим весом порядка 7,5 килограмм. 19 фактов перевозки спиртосодержащей жидкости без соответствующих документов.